скорая помощь станет еще быстрее. На главной подстанции неотложки в Казани начался ремонт. Самое главное, полностью преобразится диспетчерская. Здесь установят новое оборудование. Короткие гудки в телефонной трубке уйдут в прошлое. Дозвониться, обещают врачи, можно будет с первого раза. Вместо 12 операторов на телефон посадят 22. Часть из них зарегистрируют вызовы и направят бригаду. Остальные дадут справки. Ведь занято на 03 бывает именно из-за длительных консультаций. От дежурных больницах, аптеках и лекарствах. Первичные звонки, они остаются сразу же у оператора, который взял трубку. А консультативные звонки и выяснение других прочих различных ситуаций, которые интересуют людей нашего города, они переходят на вторую линию.